Всем здравствуйте! Сегодня мы говорим с вами о такой комедии под названием «Горе от ума». С чего все начинается? Действие происходит в имении Фамусова. К сожалению, имя я его не помню. В общем, Фамусов, у него есть имение. Также у него есть дочь Софья. Еще у него в имении живет Молчалин, его секретарь. Также много слуг, например, служанка Лизонька, но она, знаете, не только как служанка, она еще как такая помощница Софьи, то есть можно сказать, что это как служанка Софьи, но мне так кажется, потому что все действия связаны это вот то, что с Софьей. Так вот, что дальше? Все начинается с того, что служанка Лизонька пытается, просыпается и видит, что уже утро, а Софья и Молчалин находятся в комнате у Софьи втайне от ее отца. Им, по идее, нельзя быть вместе. Вот, отец не должен об этом знать, потому что отец хочет, чтобы у Софьи был другой жених и так далее. Ну вот. К чему это? Софья просыпается. Ой, Лизонька просыпается, будет Софью. Говорит ей, что все, уже пора, пора. Давайте, но Софья отказывается. Говорит ей, ой, отстань, еще есть время и так далее. И тут Лиза решает перевести время на часах. Время 7, а она перевела на 8 часов, чтобы заставить Софью проснуться. Эта женщина непонятно там что делала, какие-то массажи своей нижней части тела. Сейчас сидит. Так вот, о чем я. В то время, когда она переводит время на часах, то есть часы сдают звук, не знаю, как это назвать, и приходит Фамусов на этот звук. Он спрашивает у Лизы, что это она делает такое. И, в принципе, он понимает прекрасно, что она перевела время и так далее. Он начинает приставать к Лизоньке, то есть напоминаю, что Лизонька — это крепостная, то есть это служанка. Он начинает к ней приставать, она, естественно, пытается его как-то, ну, то есть ей это неприятно и так далее. В итоге он уходит. Лиза начинает говорить Софье то, что все, давайте выходите, сейчас отец тут ваш был. То есть они с Молчалином выходят и так далее. И тут такая ситуация, что Молчалин, он очень хитрый человечек, он, получается, пришел на это свидание, можно сказать, с Софьей, сразу с папкой бумаг. Он же секретарь Фамусова, и он пришел с папкой бумаг, и в тот момент, когда он выходит из комнаты Софьи, он уже вышел из нее, находится в таком нейтральном помещении, да, и выходит из этого нейтрального помещения, такого предбанничка, можно сказать, такой гостевой, да, комнаты, из которой есть выход в комнату Софьи. Он выходит из нее, и тут же заходит Фамусов. Не понимает, что это такое, почему тут Софья в такой одежде какой-то, ну, ночной, да, можно сказать. Почему здесь вообще Молчалин, что он тут делает? Он говорит, что это я к вам, типа, вот как раз шел, гулял, решил зайти сюда, а вообще я к вам с бумагами. Вот, ну, Фамусов тоже, в принципе, понимает, что что-то не так. Он говорит, что это за любовь к бумагам и так далее. Вот, у тебя такая... Ну, и так далее. И так далее. А вот что дальше, надо сейчас будет вспомнить, что было дальше. После этого... Вот, Фамусов тоже задается вопросом, почему он тут был и так далее, то есть такие у него подозрения. И Софья решает как бы сменить тему и начинает говорить про сон, который ей приснился, про какой-то странный сон. Если честно, вот до сих пор все это так она странно говорит,
про какого-то там жениха, про отца, вот, и как-то так. Потом рассказывает, намекает на Молчалина, что вот бедный парень там, что вот он ей нравится. Ну, не совсем так, четких слов, к сожалению, процитировать я не смогу. И Фамусов говорит, кто беден, тот тебе не пара, да, то есть дает ей понять, что нет-нет-нет, Софья, у тебя будет жених только там какой-нибудь богатый человек, военный и так далее. Ну вот, Фамусов, значит, уходит. Сейчас точно надо понять. Фамусов уходит, и Софья... возможно, был еще момент, либо он сейчас будет, либо потом. Но это, кстати, не меняет. Нет, тут какой-то особой разницы. Скажу, ну, когда он будет, потому что один и тот же как бы смысл. В общем, еще такой момент, сцена, где Молчалин приставал к Лизоньке, к служанке, и так далее. Вот, говорит, что он ее любит и так далее. Она говорит, что это вы от скуки ко мне пристаете. Вот. Но, возможно, этот момент был позже. Но так как я все рассказываю по памяти, что есть, то есть. Вот. И Лизонька с Софьей начинает говорить об мужчинах. Начинает говорить о Молчалине, да, такое, что он такой, ну, не очень. Ну, Лизонька как бы на это намекает. Ну, не то, что она за Молчалина, да. Говорят про Скалозуба. Это полковник Скалозуб, который для Фамусова идеальный жених для Софьи. И еще вспоминают Александра Андреевича Чацкого. Он когда-то жил в имении Фамусова. Они с Софьей с детства очень хорошо дружили, то есть испытывали какие-то такие, ну, симпатию друг к другу. И 3 года назад он уехал, и вестей от него никаких нет. В общем, они вот его обсуждают. Софья такая говорит, ну что, ну да, было дело. И так далее. И по какой-то просто такая неожиданность. Вот как так, такое совпадение? Приезжает Чацкий. Заходит слуга, говорит, к вам пожаловал Александр Андреевич Чацкий. Он заходит. И весь такой эмоциональный, чуть ли не кидается к ногам Софьи. Она ему говорит о том, что... Начинает я о всем это говорить, буквально сразу там мне начинает про свои чувства говорить с порога, но расстраиваться ее реакцией на него, что она не такая радужная, какой он ожидал, то есть он ожидал, что она тоже ему там кинется в объятия, начнет он признаваться в любви, там целовать его и так далее, но она реагирует достаточно, не то чтобы негативно, просто достаточно равнодушно к его приезду. Он поступает очень странно, ведет себя странно, потому что он начинает сразу к ней приставать, что кого она любит, приписывает сюда Молчалина, по-моему, даже сразу начинает его как-то принижать. Ну так вот. Как-то так. В общем, уходит он ни с чем, уходит она. Немного обиженная на него, ничего тут не происходит. Приходит Фамусов, видит его, обнимает его, называет братом. То есть изначально к Чацкому очень хорошо, в принципе, принимает Фамусов. Вот. Они начинают с ним общаться, уже там сразу начинаются какие-то споры Чацкого о том, о сём, о службе, что Чацкий не хочет служить и так далее. А потом говорят, что опять же приходит слуга, говорит, что пожаловал Скалозуб. Фамусов слышит его фамилию, сразу говорит: о, конечно, давайте, давайте. И перед тем, как между тем, как зайдет Скалозуб, Фамусов говорит Чацкого о том, чтобы он вот эти вот свои речи здесь не говаривал, так сказать, при Скалозубе. Вот. Не надо этого делать. И как бы он. И поэтому Чацкий будет сидеть в сторонке сначала. Ну вот приходит Скалозуб, который идеальный для жених для Софьи, по мнению Фамусова.
Они начинают рассказывать о том, о сём, о службе, вот это все обсуждать. И в какой-то момент начинает пристраиваться Чацкий. Пристраивается Чацкий, потому что... Как он пристраивается? Потому что Фамусов начинает его жалеть, говорит, что ох, бедненький, вроде умный парень, там, переводит, языки знает и так далее, мог бы тоже служить, но вот что-то ему не имется и так далее. И он начинает говорить, меня жалеть не надо и так далее. Вот. Что происходит? Фамусов, ну, в общем, такой спор происходит между Фамусовым и Чацким, в основном Скалозуб, он как-то особо вообще не, никак не, не участвует, можно сказать, вообще в споре каком-то. Так вот. В общем, они уходят из этого, ну, разговор заканчивается. Потом прибегает Софья, начинает кричать, что вот Молчалин, там он чуть ли не умер, падает в обморок. В итоге что происходит на самом деле? Молчалин, он упал с лошади, когда ездил на лошади, соответственно. Софья увидела это в окно, и все, начала там переживать. Ну, Чацкому это не нравится, что она так переживает по поводу Молчалина, что он упал с лошади, у него там буквально какой-то ушиб незначительный. Вот, а она тут вообще чуть ли не в конвульсиях бьется по этому поводу. Вот, он там пытается за ней, то есть Софья в обморок, он там говорит Лизоньке, что делать, там водичку там на Софью брызгать и так далее, как ее привести в чувство. Ну вот. Без меня не есть. Ну и что получается, в общем? После этого Чацкий, по-моему, разговаривает с Софьей о Молчалине. О том, что, ну, всячески его оскорбляет. Софья, это, конечно, неприятно и так далее. Потом он говорит, он и разговаривает с Молчалиным тоже наедине. Там Молчалин говорит о том, что его там с детства приучили там всем угождать и так далее. Вот. Что происходит потом? Потом в этот день, ну, мы помним, что по канонам классицизма все должно происходить, соблюдается три, как сказать, три единства времени, места, действия, по-моему. Ну, то, что времени, все происходит в один день, в этот же день должен произойти бал у Фамусова. Да, ну и вот начинают собираться приезжать гости. Какие же гости приезжают? Ну да. Начинают приезжать гости. Первые приезжают Хрюмины, если я не ошибаюсь. Это молодая пара, Наталья и Павел, по-моему, Павел. Ну так вот, мы можем заметить, что Наталья главная в этой паре. Она тут всем командует и своим мужчиной. То есть начинается с того, что Наталья видит Чацкого, она его знает. Они обмениваются какими-то там комплиментами. И Наталья говорит, вот, давай познакомлюсь тебя с моим мужем. Подходит муж, а в итоге это оказывается бывший друг военный, там, или не военный, а какой-то, в общем, друг